В Брюсселе пройдет юбилейный саммит Украина-ЕС. Предыдущий саммит состоялся год назад в Киеве без одобрения итогового заявления или совместной декларации. В понедельник, 9 июля, в Брюсселе состоится 20-краткий саммит Украина-ЕС, пишет Укринформ. Украинскую делегацию возглавит президент Петр Порошенко. ЕС будут представлять президент Европейского совета Дональд Туск, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерико Могерини, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис и Марош Шефчевич, а также еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём. По результатам саммита стороны планируют принять совместную декларацию. В ходе саммита обсудят следующие шаги по имплементации соглашения об ассоциации, включая углубленную всеобъемлющую зону свободной торговли, поддержку со стороны Евросоюза амбициозной повестки дня реформ Украины, отношения с Россией и энергетическую безопасность. Среди приоритетов отношений Украина-ЕС на 2018 год на саммите будет говориться о реформах децентрализации, государственного управления, борьбе с коррупцией, верховенстве права, экономическом развитии и энергетике. Ожидается, что на саммите будет подписано соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком о выделении кредитов 75 миллионов евро на проект по повышению безопасности украинских дорог. Кроме того, участники саммита намерены обратиться с призывом к РФ освободить всех украинских политических заключенных, а также взять ответственность за крушение рейса МН-17. Напомним, предыдущий ЗИКСИ саммит Украина-ЕС прошел 13 июля 2017 года в Киеве. Он завершился без одобрения итогового заявления или совместной декларации. В то же время президент Петр Порошенко заявил, что доволен его результатами, так как, по его словам, саммит четко подтвердил готовность Украины двигаться в Европейский Союз. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.